Господь Иисус умер за наши грехи. Его погребли. Но на третий день Иисус воскрес из мертвых. Аллилуйя! Иисус не умер навсегда. Господь Иисус Христос воскрес в третий день. Какой была бы жизнь, если бы Иисус не воскрес? Во-первых, проповедь Слова была бы бессмысленной, я бы проповедовал Божие Слово впустую, но хвала Господу за ожившего Иисуса. Иисус воскрес. Проповедь Слова — это важное служение. Какой была бы жизнь, если бы Иисус не воскрес, наша вера была бы напрасной. Мы жили бы во грехах до сих пор. Значит, те, кто умер с верой во Христа, навсегда погибли? Но хвала Господу за ожившего Иисуса! Мы больше не живем во грехах. Мы всегда будем жить с Господом Иисусом Христом. Аллилуйя! Какой была бы жизнь, если бы Иисус не воскрес? Мы были бы самыми жалкими людьми на свете. Однако Господь Иисус воскрес из мертвых. Мы не являемся жалкими людьми. Мы самые счастливые из всех народов на земле. Кто из вас считает себя самым счастливым? Если это так, пожалуйста, поднимите свою руку очень высоко. Я иду, ада хари эсок, сбабти я иду, ку так гентар, карна ку тау, я пегал хари эсок, хидуп джади, берарти сбаб дия иду, сбаб дия иду. Ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jadi berarti sebab dia hidup. Господь Иисус живой, поэтому у нас есть будущее. А ваше и мое будущее находится в руках живого Иисуса. Христос говорит нам: не бойся, не тревожься, не паникуй. Господь Иисус живой. Поэтому все чудеса, совершенные им 2000 лет назад, мы можем принять верой и сегодня. Слепые видят, хромые ходят, глухие слышат, мертвые воскресают и прокаженные очищаются. Евангелие возвещается всем людям на земле. Yang buta kan melihat diperbuatnya bagiku.
yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit. Господь и Спаситель Иисус жив, поэтому мы увидим приход Третьей Пятидесятницы. Несмотря на текущее положение вещей, сейчас созрел самый большой и последний урожай перед вторым приходом Господа Иисуса. Поколение Иеремии — это поколение молодых людей, наполненных Святым Духом. Они сильно любят Господа. Они не идут на компромисс с грехом и спасут многих. Все, кто дорожит связью с Господом, получат силу для исполнения великого поручения Господа Иисуса. Господь Иисус живой! Для того, чтобы победить COVID-19, Господь Иисус Христос просит нас делать следующие вещи. Первое. Мы запрещаем COVID-19 и экономическому кризису. Мы говорим во имя Господа Иисуса «Успокойся, перестань». Второе. Мы читаем вслух 90-й Псалом, потому что мы верим в Него. Третье. Мы поступаем так, как написано во второй книге Паралипоменон, 7 главе 13 стихе. Нам нужно смиряться, молиться, искать Божьего лица и сойти с наших грешных и нечестивых путей. Если мы поступаем так, тогда Господь Иисус Христос услышит нас с небес и простит нам наши грехи, и исцелит нашу землю, Индонезию. Четвертое. Как и прежде, нам нужно ненадолго спрятаться. Пережди, пока пройдет гнев Бога и наказание мира. Далее пятый пункт. Пятое. Церквям Господа необходимо объединиться и построить алтарь из молитвы, хвалы и поклонения. Тогда Господь Бог явит свою милость к людям. Шестое. Нам нужно принять меры предосторожности. Во-первых, носите маску. Второе. Мойте руки с мылом. Держитесь на безопасном расстоянии от других и старайтесь меньше передвигаться по городу. Избегайте скопления людей. Вот еще одна важная мера. Сделайте прививку. Господь Иисус жив. Он провозгласил 2021 год годом честности. Год честности. Нам нужно поступать честно. Для христиан Христос — это пример честного человека, ведь Он является эталоном честности. Если мы стараемся жить как Христос, мы изменяемся в образ нашего Господа Иисуса. Христос — это честный человек. Нам, как христианам, необходимо помнить о своей цели, об изменении в образ Иисуса Христа. Только те, кто изменялся по Его образу, будут взяты в небеса во время прихода Господа на облаках, и это произойдет очень скоро. О, как мы ожидаем Тебя, Иисус! Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam.
vertical, Jesús, menjar-hi, s'empornar. Дорогие братья и сестры, если вы желаете жить в непорочности, поднимите свои руки, я хочу помолиться за вас. Господь, мы поднимаем руки. Твои дети обещают Тебе поступать честно, чтобы изменяться в образ Иисуса Христа. Благослови их. Благослови каждого. Господи, излей на них благословение в эту Пасху. Излей благословение Пасхи на них, потому что Ты любишь своих детей очень сильно. Ты знаешь, что им нужно сегодня. Спасибо. Те из вас, кто болеет, будьте исцелены во имя Иисуса. Если у них нехватка, то яви милость. Господи, яви милость. Обеспечь их, благослови их всеми благами обильно. Спасибо Тебе, благослови Твоих детей. Господь, яви им свою милость, яви милость каждому из них. Спасибо, спасибо, наш драгоценный Небесный Отец, и мы молимся Тебе во имя Господа Иисуса Христа.